Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы продолжаем проходить игру под названием The Evil Within, или, иначе говоря, Зло Внутри. Давайте проапгрейдимся. У нас 5200 зеленой жижи, и мы ее сейчас постараемся применить как положено. Только подумаем, что лучше сделать для этого. Лечение шприцами. Шприцы восстанавливают больше здоровья. Слушайте, мне кажется, это важная вещь. Это очень важная вещь. Обязательно нужно было ее прокачать. Правда, шприцов у нас нету нифига, и здоровья почти в жопе. Но ничего, таким образом мы хотя бы станем лучше думать о том, как нам все сохранить, чтобы не получить тунца в самый неподходящий момент, да. Я, честно говоря, обалдею от этой музыки просто. Мне кажется, то, что Синдзи Миками создал новый шедевр десятилетия в жанре survival horror. Чистый и также, знаете, ограненный бриллиант он сделал. Молодец. И у нас тут эти твари. Мне почему-то все время хочется их называть Шибита. Я не знаю почему, но тем не менее, именно так. Именно так мне их и хочется называть. Что ж, давайте так пройдем. Сейчас будут стрелять по нам. Так, этот он как? Он нас замечает, да? Или не замечает? Нет, он как-то не обращает на нас внимания. И мне кажется, то, что можно вот так вот красться, а можно вот так вот аккуратненько подходить. Я, правда, не знаю, услышат ли нас враги в таком ключе или нет. Всякое может быть, правда? Всякое может быть. Лучше, как говорится, не всегда экспериментировать. Мы подобрали детали. Детали подобрали, но толку от этого не изменился. Револьвер. А вот бутылку... Бутылку я сейчас под... А вот это мне совсем не нравится. И вот сейчас, судя по геймплею, это вылитый Resident Evil. Абсолютно вылитый. Так, что это за рычаг? Я, честно говоря, не особенно понимаю. Я вообще не понимаю, что происходит, честно говоря. Кейс. Ух ты, дробовик. У этого, по-моему, дробовика с коротким стволом, небольшая дальность стрельбы, но широкая зона поражения. Это очень круто. Это очень круто. Угу. Но такое чувство у меня, что дробовик это у нас скорее редкость, чем что-то действительно имеющее значение. Но это хорошо, просто повезло. Ой, здрасте. Да ты чё? Ах ты, женщина! Твою мать! Да. Хорошо получилось. Очень хорошо получилось. А снижать-то дальше уже сложность некуда. Абсолютно. Угу. Понятненько. То есть нас не особенно далеко откинуло, да? Как я понял. Я только рад. Я только этому рад, честно говоря. Но вот этот перец, он меня, не знаю, он меня очень сильно волнует. Наверное, потому что мне кажется, что он сейчас вот-вот вырвется наружу. А это вообще не камильфо и ни капельки не гуд.
Мне интересно, тот вражина, которого мы подстрелили, он уже все готов? Так. Вот. Зашибись. Нет, никто не зашел. И это очень круто. Ох, блин, сколько вас здесь. Нехорошего ребята, абсолютно. Нет бы что-нибудь дали, а, хорошее. Вот так нас заметили. Прекрасно. А товарищ там, судя по всему, не особенно заморачивается-то, да? По поводу того, что и как. Это, конечно, одновременный плюс и минус. Похоже, больше ничего нету. He is watching, we can't leave. Что-то она наблюдает и не может уйти. Так, нас кто-то заметил. Знаете что? Давайте мы сейчас сныкаемся. И все. И теперь попробуем снова выйти. Ой, здрасте. Да ты ж чё? Падла. Падла ты, мать твою. Тебе надо было в полицейский идти, не в детектив. Ты стрелять даже не умеешь. Мне срочно нужен шприц. Это они отсюда заходили? Да, они отсюда заходили. Кстати, мы не проверили тут все, что можно. Давайте мы это сделаем и исправим ситуацию. Здесь кто-то есть. Я это слышу. Отлично. Только где? А. Это что? Мощный гарпун для арбалета агония, который пронзает врагов насквозь. Ну, интересно. Тут где-то рядом враг. Сядь, 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 сядь. Сядь, кому сказано. Отлично. Ай, гудбай. Все, до свидос, приятель. И у тебя как раз есть шприц. Давайте проверим, насколько теперь все это эффективно. Так, шприц. Шприц у нас сюда пойдет. Ну, чуть-чуть так побольше. Побольше восстановил нам здоровье. Это круто. Обнадеживает. Лучше их всех сжигать, да? На всякий случай так. Арбалет агония. Этот мощный складной арбалет с прочной теневой может стрелять тяжелыми болтами. А мне только интересно. Мне только интересно. А... Так, конечно же, давай ты пойдешь. Стоп. Создание болтов для агония. РБ создать болт, если выбрана агония. Из деталей для ловушек можно делать копии любых болтов для агонии, которые у вас есть. Замечательно. Так... А, требуется деталь, то есть максимум. А другой болт это X. Другой болт это X. Угу. Это что за болт? Гарпун, разрывной, болт-вспышка. А давайте болт-вспышку сделаем. Вот, замечательно.
Тогда сделаем простой разрывной болт. Да, насколько он простым может быть. Все прекрасно. А револьвер? Револьвер поставим вот сюда. Все отлично. Хорошо, что я сюда зашел, а то можно было бы это все пропустить, конечно же. Просто слово почты, так сказать. Угу. Можно по окошкам шариться. Это добавляет игре интерактивности однозначно. А здесь мы... Здесь ничего не найдем. Ну, окей. Ну что, получается, зачистили мы местность, да? Относительно. Остался только тот упырь с бензопилой, который не внушает доверия вообще ни капельки. А здесь мы все уже проверили. Так, нам нужно открыть ворота. Сейчас мы это сделаем, только убедимся, что здесь мы ничего не упустили. Да, мы ничего не упустили. Great. There's gotta be something that'll get through this. Maybe a chainsaw or something. Я знаю, где тебе взять пилу. Да, я знаю, где она находится. Что-то мне от этого хорошо не становится, от того, что я знаю, где ее найти. Эту пилу. Пилушку. Так. Он агрится. Давай. Там бутылка еще одна стоит. Замечательно. Сейчас еще одну возьмем. Зачем рисковать, когда можно какой-то бонус получить к выживанию? Не надо, не надо. Не надо рисковать в таких условиях. Это не есть гуд. Все, идем наверх. Мне кажется, или наверху кто-то? Какие-то жуткие твари, вообще просто нереально. Так, ты фиксирован у окна, да? Угу. Так, а товарищ ее ходит с вилами там на улице. Вот это больше всего неприятно. Ты падла! Так и знал, так и знал, что что-нибудь не так будет. Бардак гребаный. Опять нам нужна лечилка. Максимум. Значит, дробовик можно тоже использовать. Ага, поджечь нечем. Поджечь. Оп, шприц. Да, обязательно. К тому же чувствую задницей, что сейчас эта скотина вылезет. Вот, супер. Ну хотя бы что-то. Ну хотя бы как-то это радует. Однозначно. Ну, еще гель. Лично вообще. Нет, нет, я не это хотел. Хотел ящик проверить. Ну, судя по всему. How did you get it open so quickly? You're welcome to give it a try. Please, time is of the essence. It is imperative we find Leslie before anything should happen to him. Да. Прикольно, так ножки задел, там бром-бром. Эксперимент номер 4. Субъект номер 4-13. Brainwave activity diminished, but synchronization achieved. Subjects should begin experiencing a shared consciousness. Previous trials indicated rapid deterioration of consciousness. Their minds became an exquisite mass, an amalgam of mental carrion. I'll have to connect myself if I want to experience their terror before it diminishes.
Отлично. Какие-то эксперименты, значит, серьезные проводили. Лекарство из большого шприца, лежащего в этой аптечке, значительно повышает текущий уровень здоровья и немного максимальный. Угу. Однако вызывает временные побочные эффекты. Ну, пока что я вообще не ощущаю потребности использовать эту штуку. Так, это у нас ведет на улицу, да? Да, это у нас ведет на улицу. Так что, в принципе, можно обратно бежать. Ничего нового мы с вами не найдем потенциально. Опа, еще одна стрела. А, у нас максимум. А знаете что? Знаете что? Давайте мы сейчас возьмем жижу. Так. Возьмем арбалет. Вот, по-моему, световой. Световой пускай будет у нас. Да, это световой. Световой болт. Мы его используем. Кстати, я так и не понял, что вот это за штука. Как-то это все странно. Так вот, световой болт можно будет на этой твари, может, использовать, да, и как-нибудь ее завалить. Я искренне надеюсь, что это прокатит. Так, 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 ну был уже ведь. Все? Нет? Так. Подожди, подожди, подожди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, мама мия, мама мия. Так. Еще срочно создаем. Так, рискнем. Все что ли? Что так быстро? Теперь повезло. Ага. Так, еще раз. Тебя что, нельзя убить что ли? Резиновый. Ну, так, пожалуйста, ну давай уже заканчивай, а? Чувак, ты какой-то душный, чересчур, у меня сейчас все закончится. Давай, 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 давай. Я думаю, что мы уже почти его убили, что осталось еще совсем капельку, и мы его дохедшотим. Но все. На зубьях цепи этой старой ржавой бензопилы заслухал всякая гадость. О, прокачались, так прокачались почти. Значит, что мы делаем? Мы берем арбалет. И... Что я сделал, блин? Хорошо. А у нас сколько теперь? Один световой, да? Да, один световой. Ну, хорошо, все. Арбалет пока что на ближайшее время нам больше не нужен. Замечательно. Магнум. Максимум. Это для шотгана. Блин. Надо было, может, конечно, стрелять по этой скотине, но... Смысл? Смысл? Смысла нету. Смысла вообще нету.
прокачиваться мы пока что не пойдем, и так предполагаю, или все-таки сходить. Не знаю, давайте сходим. Не пожалеем. Не пожалеем времени. Беги. Отлично. Так. Да в чем дело? В чем хорошем? Пойдем прокачиваться. Значит, у нас 7400. Болты. Даже так. И что получается? Получается еще эффективнее. Болт-вспышка. Вы знаете, вот болт-вспышку, мне кажется, прокачать есть смысл. Но не сейчас. Так, патрон для пистолета. Патрон для дробовика. Значит, мы сделаем. Да, пожалуй, именно так. Патрон для дробовика. Патрон для пистолета. А на шприцы нам не хватает как раз. Вот на спички хватает. Но спички у нас, как правило, кончаются очень быстро. А вот шприцы — это следующий уровень максимальный. 4 шприца с собой можно носить. Легче мне от этого не становится. Однозначно. Давайте мы еще раз засеемся. Да, перезаписать, так уж и быть. Я не против. Вы представляете себе, там еще получается есть третий уровень сложности. Я даже не могу представить вообще, что там происходит. Если здесь сейчас это хардкорище, самое натуральное, то что там, то не знаю. Так, прекрасно. Как же мне нравится эти двери выбивать. Не знаю почему, но... Это прикольно. Стоп, факел? Я пропустил факел? Как так? Да. Вся моя внимательность. Однако. Ну, давай. Надо перепилить этот чувак. У нас ничего нету? Нет, там ничего нету. Wait! Over here! Wait, officer. You must take me with you. Detective Castellanos. Leslie should be just ahead. It is imperative that we find him. Так, эпизод третий пройден. Прекрасно. Сохранимся тогда. Отлично. Так и хочется его назвать детектив Кастельванос. Не знаю почему. Просто, ну, Кастельванос и Кастельванос. Ну, прикольно так. О, the hospice. Yes. Leslie was being treated here years ago. He'd come here thinking it was familiar and safe. You know where we are? Just ahead is the hospice my brother runs. He'll take us in. That didn't answer my question. I honestly don't know. For all I know, I'm losing my mind and you're just a delusion. But I'd like to think I still have a shred of dignity and an obligation to protect my patient. I'll serve the law, you should too. I hope his brother's not a jerk too. Так, я слышу, тут сейф-рум есть рядом. Это хорошо. Ага. Так, бро.
Ты, блин, толстый. I'll hide here, so I don't get in the way. Хорошо. Два выстрела вполне тебе хватило. Сжечь мне тебя нечем, тушу такую. Is it over? Ну, завалить мы его завалили. Но от этого почему-то легче не стало совершенно. По идее, должно было. Ну что, здесь есть такого? Хорошо. Ошибись, блин. Гранат максимум. Отлично просто. Фрагмент 5. Я уже забыл, как открывать такие сундуки правильно. Ну, честное слово. Там как-то его разминировать нужно. Там нужно как-то его разминировать. Но как? Без понятия. Так. Тут очки пусто. Как тебя можно бросить-то? Сам еле ноги волочу. Тоже мне. Кстати, а вот мне интересно, вот просто назад можно вернуться? Или это все уже закрытое место? Давайте проверим. Нет, все, назад уже нельзя вернуться. Увы. Увы. Это, конечно, минус жирный. В Resident Evil 4 можно было перемещаться туда-обратно спокойно. Но, что сравнивать? Совершенно разные вещи, фактически. Эта игра, она ближе... Да ко всему ближе, в принципе. И к Resident ближе, и к Resident Evil ремейку ближе. Ты чё? Хотите, чтобы я обосрался, что ли? Так резко. Резко вылезать так людей. До инфаркта можно довести вообще. Так, 5000. 5000 нам нужно накопить. До апгрейда шприцов. Хотя смысл. Смысла, по-моему, никакого нет, мне кажется. О, спички. Отлично. Ага, все, я понял, откуда идет звук. Звук идет нормально, все. Ох, топорик, это супер. Дневник Себастьяна Кастеланоса, февраль 2005 года. Майру сегодня чуть не убили, в нее выстрелил подозреваемый, за которым мы гнались. К счастью, рядом был я. С ней все будет хорошо. Но когда я видел, как она истекает кровью, когда я думал, что так и не успею рассказать о своих чувствах, это было невыносимо. Кажется, она относится ко мне так же, как и я к ней. Нас точно что-то связывает. Это против служебных инструкций, но я должен признаться ей в своих чувствах. Надеюсь, мне не придется об этом пожалеть. Чувак, да ты даже стрелять нормально не умеешь, хоть и в чувствах признаваться. Ничего. Интересно. Подруга, ты что-то какая-то странная. Что происходит? Знаете, давайте-ка... А сохраниться нельзя? Но, мне кажется, нам не сюда. Что-то здесь не так. Однозначно. Сохранение, оно обычно не работает, когда что-то произойти должно.
Опачки. Так, это что там? А, ну, судя по всему, ничего интересного, да? Окей. Уходим отсюда. А эти палаты будут постепенно открываться, что ли? Я не понял. So many new admissions, and not a single discharge. Так, тут уже больше вот этих значков. Чувак, ты приход только что словил. Конкретно причем. Так, мы бегаем. Нам здоровье восстановили немножечко. Отлично. Это очень хорошо. А, все. Сразу же два раза сохранился. Или три. Не помню. Ладно, что ж, друзья, давайте мы тогда на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.